Россия призывает Сирию передать под международный контроль свое химическое оружие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который провел сегодня переговоры с главой сирийского МИДа Валидом Муалемом. И уже после их завершения пришло известие о том, что Джон Керри сделал заявление, согласно которому ударов по Сирии можно избежать, если Дамаск передаст все химическое оружие международному сообществу. Но если установление международного контроля над химическим оружием в этой стране позволит избежать ударов, то мы немедленно включаемся в работу с Дамаском. Валид Муалем уже заявил, что его страна готова принять это условие. Я заявляю, что Сирийская Арабская Республика приветствует инициативу России, чтобы сохранить жизнь наших граждан и обеспечить безопасность нашей страны. Идею поместить сирийское химическое оружие под контроль международного сообщества уже одобрил и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.